Меня зовут Горелов Матвей. Я ученик 2 Д класса города Минск. Я учусь в школе 210. Я хочу вам представить моего робота. Его зовут Жора. Он мой друг, он помогает мне собирать крышечки. А если много крышек собрать, то планета станет чище. Он состоит из коробки, трубочек, от труб от отопления, рулончиков от туалетной бумаги и рулон от фольги. Надо дергнуть за эту штуку, чтобы рот открылся и посыпались крышечки. Я вам сейчас это покажу. Можно положить много крышек, 2 или 3, или 4. И сейчас я вам покажу. Еще раз могу.